Главное, что как раз не шли именно вот прыжки многооборотные у Кевина Вандерперена. Допустил очень много падений, ошибок. Думали, что он уйдет из любительского катания. Ему 28 лет, но он остался. Жену надо кормить, Джену МакКоркл. Надо зарабатывать. Вот его короткая программа нынешнего сезона. Музыка Сергея Паркофьева. Ромео и Джульетта. Тема в исполнении Ивана Семенова. 4 есть, 3 есть. Браво! Вот мы говорили с вами. Прежний Вандерперен. О званиях. Вот уже первые проблески звания. Настроился он, видно, слышал оценки Жубера. 3,5 есть. Да, были погрешности. Андрей говорит, но сегодня думать не будет. Тройной аксель. Вот волчок. Ну что, крик негодования.